Поговорим о пресс-конференции. Что такое пресс-конференция? Пресс-конференция – это журналисты в зале – раз, и публикации по итогам – два. Как проводят пресс-конференции, когда есть заказ от, так скажем, нужно провести пресс-конференцию? Пиар-агентство может так не считать. Кажется, что пресс-конференция не нужна, но заказчик настаивает, нужна пресс-конференция. Как это проходит так, чтобы заказчик был удовлетворен? Обычно такое происходит в регионах, когда пресса очень неохотно приходит на пресс-конференции коммерческих компаний, но заказчик твердо уверен, что вот прямо сейчас журналисты должны прийти. Соответственно, что делают пиарщики? Они приглашают президиум, готовят презентации для спикеров, дают им высказаться. В зале при этом сидят журналисты в кавычках. Ну, может быть, 2-3 журналиста там есть, но в остальной массе это студенты, знакомые, совершенно случайные люди, которые пришли по приглашению пиар-агентства и задали вопросы, которые им были вложены в уста. В итоге вопросы заданы, массовость на пресс-конференции есть, и публикации вышли. Но публикации, естественно, вышли на рекламной основе, потому что бюджет таких пресс-конференций, в кавычках, обычно фантастический, даже по московским меркам. От 1 000 000 рублей. Ну а что вы хотите? Региональная пресса на правах рекламы. Поэтому, прежде чем проводить пресс-конференцию, послушайте ваше пиар-агентство. Действительно ли так, ли нужна пресс-конференция? Ну а если нужна массовость и публикации, то такой вариант вполне подойдет. Поэтому пресс-конференция, как ее назвать, не 2.0, не 3.0, а пресс-конференция в кавычках, так ее и назовем. Такие случаи имеют место быть.